Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина встретилась с коллективом обслуживающей организации «Коммунальное хозяйство». Главными темами встречи стали оперативность устранения коммунальных аварий в многоквартирных домах и их последствий, подготовка к осенне-зимнему сезону систем отопления, а также регулярность осмотров домов на наличие неполадок и дефектов. Поговорили и о проделанной в Одинцовском округе работе. Так, в 2022 году привели в порядок 49 дворовых территорий, установили 7 детских площадок по программе губернатора.